Сень, возьми телефон. Сенька, привет. Привет, любимая. Я так по тебе соскучился. Так люблю тебя. Я тоже по тебе, дорогой. А еще я решила сделать тебе сюрприз. Сможешь встретить меня на вокзале через час? Конечно, конечно, любимая. Я уже лечу. In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. Сыночек, возьми цветочки, купи. Ой, спасибо, а сдачу? Сдачу, молодой человек. Перезвоните позже. Сеня, Сеня, прости меня, я опоздала на электричку. Ничего страшного, приехала родная. На автобусе. Еще и телефон сел. Главное, что ты приехала. Как долго я тебя искала? В смысле? Это я тебя так долго искал? Да нет, это же из фильма «Москва слезам не верит». А, ну понятно. Ложись. Сейчас сосед плохо отсюда выходит. Все, мотор. А, уже? Да. Нельзя! Господи! Не, ну кадр хороший, кстати. Поехали. Спасибо. А сдачи скажи. А сдачу. Ну, Сеня! Девочка! Ох уж эти девушки, всегда опаздывают. Ох уж эти елки, ох уж эти елочники. Я жду свою любимую на поезд.
выйти из Москвы, а вот в электричке в Зеленоградске ее почему-то нету. Сеня. Ну, Сеня! Давай. А что я должна сказать? Сеня, позови его. Сеня. Сейчас я прослежусь просто. Я просто всегда так плачу. Сейчас, секунду. Я думаю, не помню. О, не, глаза на ветер. Где вообще-то нам, я так понял, что нам комедию надо снимать. Сейчас, глаза. Сейчас прослежусь. Не, реально. Все, Сень, все, давай, серьезно. Серьезно. Все, отходите. Давай. Ой-ой, я цветы забыл. Конечно, я за них 500 рублей заплатил. Маша! Маша, ты где? Маша! Нету. Маша! Маша, ты тут? И я тут. Поехали. Классно. Стой, я тебе скажу, когда. Поворачивайся.